Получив добро на выделение денег Дорожному фонду Саратова, областные депутаты задумались о правовом механизме. Чтобы город успел получить и освоить дорожный миллиард рублей до начала ремонтных работ, областная дума должна разработать и принять соответствующий законопроект. Народные избранники медлить не намерены. Я думаю, что раз уже так было объявлено, я поддерживаю здесь и Песнова, и мы думаем, что этот вопрос я буду поднимать на совете Думы для того, чтобы нам быстро решать эти вопросы, выходить с законодательной инициативой. Да, чтобы можно было прописать и выделить деньги. Да. Этот вопрос можно решить, желание нужно. Желание появилось, поэтому я думаю, что этот вопрос мы сможем решить. Нет, я думаю, что это не февральская дума, да, это скорее всего март-апрель.